Химках все готово к запуску фонтанов. К началу летнего сезона все они будут радовать жителей красотой и свежестью. Специалисты уже проверили состояние инженерных систем, провели очистку чаш, отрегулировали высоту струй. Работы начались задолго до старта весенне-летнего сезона. В округе более десятка красивых фонтанов, которые в жаркую погоду позволяют насладиться прохладой. В рамках месяца чистоты и порядка все фонтаны были помыты, было проверено оборудование, демонтированы насосы, промыты, высушены. Сейчас монтируются обратно. 27 апреля у нас тестовый запуск фонтанов. Вот, и в начале мая начинаем поочередно запускать все фонтаны. Напомним, главным событием прошлого сезона стал запуск сухого фонтана с красочной интерактивной подсветкой в парке Толстого. Он сразу стал одним из самых любимых мест отдыха детей и взрослых. Еще одна популярная локация – фонтан в сквере Юбилейный. Городские оазисы будут работать весь летний сезон и радовать химчан. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.